Торонто, вот что происходит. Никто нигде ни с кем не ходит. Сидим все больше по домам, на карантине трам-пам-пам. Но праздник уж маячит где-то, и все мы понимаем это. И каждый, как ребенок, ждет чудесной сказки в Новый год. Торонто, вот что происходит. Никто в театр не приходит. Никто не пляшет, не поет и даже в гости не зовет. Но вот, скажите, Бога ради, что нам придумать, загадать? Ведь если Новый год украден, как будем мы его встречать? Во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружь родных людей разъединенность и разобщенность близких душ. И разобщенность близких душ. Когда человек попадает в новый город, а тем более в новую страну, он поначалу чувствует себя одиноким и потерянным. Вокруг все чужое, иные дома, иные улицы, иной язык, иная жизнь. Но совсем другое дело, когда в новой стране и в новом городе есть театр под названием «Удивительная кошка», где все говорят, читают стихи, думают и поют песни на родном тебе языке. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в «Удивительную кошку». Но на этот раз все пошло не так. Никого не будет в кошке, кроме сумерек. Один зимний день в большом окошке. И проклятый карантин, и проклятый карантин. Нам бы песни, нам бы пляски и шипучего вина. Но вокруг лишь маски, маски, а на сцене тишина. А на сцене тишина. Разольем по рюмкам зелье, и опять завертит мной прошлогоднее веселье. И дела зимы иной, и дела зимы иной. Пусть быстрее канут в лету карантинные деньки, и отменят все запреты, и отменят все запреты, и отменят все запреты, и откроют все замки. Свет у каждого в окошке, каждый песенку поет. Удивительная кошка отмечает Новый год, отмечает Новый год.